Три человека погибли, более 200 тысяч покинули свои дома из-за лесных пожаров в Калифорнии. Огонь охватил южные регионы штата во вторник. С тех пор пламя уничтожило около 60 гектаров территории. Пострадали не только леса, но и населенные пункты. Огонь сметает все на своем пути. Потушить его пытаются около 9 тысяч пожарных, но борьбу с огнем осложняет сильный ветер и сухая растительность в регионе.